сегодня в Абхазском государственном музее нам расскажут о том, как строили свои жилища абхазы. Совершенно очевидно, что никакого хаоса в постройке нет. Все должно стоять на своем месте, и все подчинено определенной системе. Инга, как же строят дома абхазы? Сперва вот я бы хотела познакомить с экспозицией. Немножко об истории, где показано наше жилище, об истории этого макета. Как раз-таки здесь она и показана, все строения жилища абхазов. В 2010 году у нас были капитальные ремонты нашего музея. И параллельно шла работа, экспозиционная такая работа, где наши научные сотрудники параллельно создавали тематику экспозиционный план. В экспозиционный план, естественно, нужно было раскрыть полностью темы. И, конечно же, уже видение будущей экспозиции нужно было представить. И поэтому все эти работы, которые показано в экспозициях, они параллельно с 2010 года именно со строительством начались работы. Но я хотела бы сказать сегодня один из самых интересных у нас в экспозиции макет, о макете, где вот как раз-таки мы показываем с древних времен жилища абхазов. Макет, обычно вот такие макеты, модули, разные копии, а также типажные манекены, это вспомогательные показы для экспозиции, это помощь экспозиции фактически, но со временем эти созданные макеты, они входят уже в основной фонд музея. Со временем, естественно. Пока, когда новое дело, конечно, они являются как вспомогательные. Но это говорит о том, что когда вот такие макеты или муляжи, когда показываем с помощью определенных тем, посетители наши не видят нашу деревню. И, конечно же, макет показывает наше жилище и вообще усадьба абхазская, Апсуа, Ашта, как раз-таки здесь мы все и показываем. История создания этого макета тоже очень интересная. У нас очень много художников, но именно музейных художников их очень мало. Найти макетчика тоже очень сложная тема, поэтому нам повезло. Мы обращались несколько раз ко многим художникам, но многие отказались, есть институты целые, где можно заказать, то есть есть в России специальные музейные, где создаются такие макеты. Макеты бывают разные, то есть они бывают ландшафтные, бывают архитектурные, то есть мы хотели показать именно абхазский вариант именно абхазских жилищ. Мы обратились к Анзору Мукба, как раз-таки он с удовольствием согласился с нами работать. Большую работу по литературе, конечно, наших этнографов. Это Иналыпа, Аджинджел, Бегуа, Акаба, Маля. Все, что касается жилища, были собраны и, конечно, изучены эти материалы. После этого даже полевые мои материалы, которые я тоже собирала с 2008 года, тоже использованы. Вошли в макет. И, конечно же, уже когда мы собрали материал, Бесик, наш художник музейный, мы начали выбирать дома. Ведь у нас по всей территории Абхазии очень много разновидностей домов. И нам нужно было в макете невозможно показать все разновидности. Поэтому нужно было показать общие, которые, в общем-то, больше мы видим в пространстве, больше постройки этих жилищ. И, конечно же, была поставлена задача макетчику Анзору Мукба, и он нарисовал эскизы, которые здесь они представлены, и рисунок, видение его именно этого макета. И мы согласились, когда увидели рисунок, естественно, уже он начал работать. И в 2013 году, до этого еще подиум был заказан с экспозиции витрин, вместо был привезен подиум. То есть такая трудная работа, которая, в общем-то, шла во время ремонта. После подиума в 2003 году уже был привезен из мастерских из Гагры и привезен сюда этот макет. Как раз-таки
все-таки вот мы с вами видим, как меняется деревянная архитектура абхазского жилища. Вот как раз-таки в макете самый древний дом, как раз круглообразный дом, как раз аюна, акуатшиюна, так мы называем. Это вне, с неолитического периода фактически вот эти дома, плетенные дома, они существовали. Видишь, шалаша, кяла мы говорим, это уже кяла мы знаем под названием, когда в горах пастухи строят акялы, да, вот один из таких примитивных жилищ, вот именно является конусообразный круглый дом. Покрытый, вот как раз-таки видеть, конусообразный дом покрыт, иногда покрывали соломой, но в основном айсер, это из особого тростника, который покрывали крыши. Плетеный дом круглый, конечно, с земляным полом, и очаг круглый там намечается. Очень интересно, вот на фотографии мы видим в разрезе, как обостроено именно убранство этого помещения. С появлением, вообще Акуатшино потом он трансформируется в амхара, известная там нам уже амхара, тоже как для, дом для новобрачных. Строили рядом с главным домом, недалеко от дома, где жили молодожены. То есть мы после вот именно свадьбы там они находились. Инга, скажи, пожалуйста, в современное время в наше строят вот такие конусообразные дома? Нет, к сожалению, вот такие дома уже на территории Абхазии не встречаются. Последнее было зафиксировано Юра Аргуном в село Хаб. Как раз таки, но вот, к сожалению, тоже вот от пожара она сгорела. Фактически рисунок, именно фотография, она сохранилась. Uh-huh. Тоже такая история. Но уже позже из плетеных домов, здесь два дома показаны, как Акуатшино, и показана Апацха. Ну, Апацха – это как жилище сперва в начале, конечно же, где в основном жили, готовили, ужинали, спали. То есть это однокамерное такое вот именно помещение, как жилище. И, конечно же, позже уже мы видим с такими вот удлиненные дома, аганаюна так мы называем, тоже с перегородками, плетеные дома, тоже они встречаются. Но мы здесь не могли показать, но когда мы рассказываем, конечно, мы об этом говорим. Но прототип вот этих удлиненных домов, конечно, осталась казарма, которую мы сегодня у нас она есть, да, без перегородок фактически можно увидеть, и для виноделия там, значит, можно увидеть, всегда там горит огонь. Да, такие вот элементы тоже обращаем внимание. Также я хочу показать крыша, именно уже мы видим изменения крыши, тут дранью покрыта, да, вот эта крыша тоже интересная, тоже очень. Сам материал, из чего вот плетение делают, да, это рододрон, конечно. Это особый вид растения, который растет у нас в горах. И, конечно же, использовали для плетения этих домов. Ну, хочу еще вот показать насчет Апацхи. Сегодня в современности мы, у нас она из плетеных, она очень широко распространена по всей территории Абхазии в виде кухни. И как раз-таки в разрезе у нас в экспозиции показана модуль, макет. То есть это, если мы о модуле говорим, он должен быть соответствовать по размеру и по общему, да, да, и по схеме. Ну, схема, вот это все работа, конечно, у нас есть, но она в разрезе. То есть и как макет, и как и модуль, потому что здесь по размерам фактически мы встречаем в 19-м и даже в начале 20 века 3 на 4 метра. Как раз-таки вот этот вот мы повторили. А я бы хотела рассказать еще о растении, вот именно вот рододрона. Не только он строительный материал. Конечно же, вообще абхазы считают его магическим растением, потому что многие обряды, именно листья, используются для выпекания ритуальных обрядовых пирогов на открытом очаге тоже. Вообще очень интересный весенний праздник, который у нас отмечается, Ахушкыра. Именно вот Ахушкыра идет название от этого растения. Далее есть Ахушкыра
То есть тоже счастливый, так мы можем, палочка, которую, в общем-то, вкладывают в конусообразную лепешку, конусообразную, ну, это обычно делают пресную вот эти лепешки, и кладут одну вот именно палочку в тесто. И после, кто получает этот конусообразный лепешку, он считается, что целый год он попутствует, ну, в всяком случае, удача целый год. Ну, такие вот связанные с этим растением, конечно, мы видим. Ну, еще хочу показать уже... Рододендрон. Да, рододендрон. Да. Мог расти в усадьбе абхазской или все-таки это вот, растение? Ну, обычно вот то, что мы видим в деревнях, они нет, не растут. Хотя экзотически очень много растений используется для украшения, а вот рододендрон нет. Нет, они обычно использовали вот именно для каких-то определенных целей. Ритуальные. И как-то, конечно, строительный материал. Очень интересно, потому что сам по себе вот эти прутья, они очень долговечные, так скажем, они быстро не портятся. Потом они могли собрать в определенное время и хранить их. То есть, ибо, когда по необходимости можно было использовать вот эти, значит, в плетеных стенах тоже. Ну и, конечно же, в центре у нас Акваске. Это известная тоже один из таких домов на сваях. Не только на сваях, то есть ставили его на валунах, то есть каменных, так это поднимали, потому что это каштановые дома, Ахиюнква, мы так его называем, по всей территории Абхазии. Сегодня тоже встречается Ахиюнква 150-летняя, 250, даже есть 300-летняя. Вот, хотелось бы, увидев вот такие дома, собрать в единое, да, комплекс, и так бы и сохранили бы эти дома, если бы можно было создать этнографический музей под открытым небом. Несколько раз вариантов было, но, к сожалению, эти дома не были собраны. Но для того, чтобы сохранить, я думаю, что они могут быть под охраной государства, могут быть, ну, я не знаю, каким вариантом, но все равно это нужно сохранить. Вот Акваске тоже очень интересно. Уже мы видим четырехскатную крышу, тоже покрытой дранью, но крыша меняется. Тут может быть и тростник, может быть, но именно в Акваске встречается покрытие черепицы. Вот именно как раз мы видим в Апатске, здесь в экспозиции, покрыта черепицей. То есть все вот эти варианты, начиная от строения материала и как меняется крыша, здесь вот именно в макете показано. И еще к Акваске возвращаясь, тоже они бывают трехкамерные, то есть многокомнатные. Но первая вот именно часть к воротам, которые, в общем-то, с балконом, с лестницей, это говорит о том, что это парадный вход. И парадный вход, а самая большая комната является гостевой, особенно для гостей. Она очень убрана, то есть здесь кровати стоят по стенам, посередине стол, сундуки, где в основном клали постельное белье, полотенца, необходимые для гостей. И вот Шиллинг, когда побывал в 1925 году в Гудаутах, он описывает как раз-таки вот именно гостевую комнату. Когда войдешь в первую комнату, он пишет, что удивляет белизна этой комнаты, то есть с пола до потолка увешанные белоснежные льняные полотна или же хлопчатобумажные ткани, вокруг них, значит, собраны завесы, полоски, полотенца. И как раз-таки вот его наблюдение, это как раз-таки говорит, это что была гостевая. Если вы обратили внимание, здесь вот на крыше имеется дымоход. То есть, ну, мы знаем, что абхазские дома, они не отапливались. Вот именно с появлением уже каминов, конечно же, уже появился дымоход. Тоже, здесь тоже вот мы показываем. И еще самое интересное в макете, ну, можно было бы показать несколько видов, но макет мы хотим, чтобы она передавала вот именно двор и жилище. И поэтому здесь вот первый этаж, она заложена, ну, может быть, и кирпичом, может быть, шлаком, но первые этажи фактически не нежилые.
в основном это айсера, то есть вина для винных погребов или для продуктов хранения, в основном так вот использование. Ну, конечно, пособное помещение тоже вот один из вариантов. Очень интересно здесь, каждая вот мелочь, детали здесь очень учитаны в этом макете. Как раз-таки мы видим разновидности ограждения, то есть это плетеные, мы видим вот изгородь, живая изгородь, это зеленая изгородь обычно. Ну, конечно же, мы не могли показать там по всей объему, по масштабу, а вот раздельно показали разновидности тоже вот в этом макете. И, конечно, если хозяйственная часть, которая здесь представлена, и очень интересно тоже, козлятник. Но козлятник тоже бывают разные формы. Козлятник тоже разные формы. То есть есть, когда строят козлятник на деревьях высоко и с лестницы тоже. Но мы показали вот именно поднятый и как раз-таки вот форму, да, покрытый тростником, дранью тоже, в общем, разных вариантов. И коровник здесь. Ну и, конечно же, говоря уже, значит, здесь во дворе рядом с домом тоже амбар показано, курятник. То есть все разновидности построек абхазского жилища здесь они показаны. Ну и, конечно же, самое интересное на территории усадьбы, так будем называть, или рядом с домом находилось святилище. То есть святилище тоже один из таких сакральных мест, когда находят определенное место, это чистые места, и, конечно же, с восточной стороны ставят вот это именно святилище обрядовое. Вот как раз у нас на возвышенности под деревом показано святилище. Ну, в основном мы говорим, тут бывают разные, то есть ажернуха может быть ахабща, у кого что есть в семье, какой обряд они выполняют. И, конечно же, с востоком, потому что солнце встает с востока, и как раз лучи солнечные, чтобы она обогревала вот это место тоже. Ну, интересно, вся хозяйственная часть, которая здесь расположена, и ули здесь, вообще до мельчайшего просто выполнена вот этот пакет. И еще, вот видите, речка рядом с домом, может быть, в поселении, где протекает река, отводили часть, ну, речку, русло. Да, русло, где ставили мельницу. Тоже здесь очень хорошо показано в этом макете. Самое интересное, абхазы, значит, чтят вот именно родник. С родником очень много обрядов связано. Но здесь мы показали, когда молодые встречаются, тоже вот один из таких моментов, когда девушка идет за водой, может быть, они встречаются с парнем. Тоже вот такие элементы, которые какие-то эпизоды мы, конечно, показали. Ну, что касается двора, это вот центральный вход. Центральный вход – это ворота. Ворота, когда, ну, бывают они разные, очень интересные именно резьбой. И обязательно должен быть крыша, то есть покрытие, вот видите, двухскатное. Бывают и черепица, бывает, вон здесь дранью здесь показано. Ну и, конечно же, во дворе тенистое дерево, где семья обычно собирается или гости собираются, играя на разных инструментах. У нас мы знаем, что в каждой семье были инструменты, и, конечно же, здесь вот такой вот мы показываем. Ну, и, конечно же, говоря уже о макете, вот именно о материалах, вот каштановый дом, да, ахиуна мы говорим, каштан как строительный материал, конечно, она используется по всей территории Абхазии, использовалась, во всяком случае, мы видим строение этих домов уникальных, и, конечно же, вот эти балконы и балясики, украшения, резьба по дереву, это фризы, как раз-таки наша экспозиция полностью, она как бы объединяет вот фризами, как раз вот они идут поверху, резьба, которая, в общем, сделана из каштана. Ну, каштановые листья тоже, они являются один из самых таких интересных для выпекания хлеба. Один, вот фотография у меня, которая здесь есть, они как раз-таки говорят о том, что вот именно лейбовых, фамилия из лейба, когда пекут хлеб, они используют именно каштановые листья. Вот тоже один из таких вариантов, который можно увидеть. Каштан, вообще плоды использовались,
делали муку. Ну, мука, когда мы говорим ореховая мука, это добавление для аромата в разные пироги, именно делали выпечку. Да. Ну, вот такие вот элементы. Конечно же, каштановый мед и с древних времен, с бортничества. Ну и, конечно же, интересно, говоря уже вот о макете, здесь мы видим вот фрезы, да, каждый вот элементы, они, значит, несут какую-то информацию, естественно. Да. Есть здесь очень много солярных знаков. Здесь, видите, вот в виде солнца тоже вот это вот берег, то есть мы говорим о Пангала, вот тоже один из таких вариантов. Очень интересно вот следующее с изображением кинжалов и пистолета, то есть кремневого. Но это говорит о том, что вот эти кинжалы, они разных видов. То есть если когда приводят в дом невесту, кинжалы, вот они наверх, то есть и невесту проводят через нее. Да? Далее вот мы видим здесь фриза, когда кинжалы снизу. То есть это уже как оберег. То есть нечисти не могут зайти за порог дома. Макет выполнен в масштабе 1:20. Исполнителем является художник Мукба Ансор. Ну, подытаживая наш разговор о макете, хочу сказать, что вся композиция макета очень эстетична. И наверняка зритель обратит внимание о том, что вся композиция, она в каком-то таком партерном виде выстроена. Или она в таким амфитеатром предстает перед зрителем. Наверное, не случайно, Диана, даже? Ну вот, смотри, Манана, когда вот к нам вообще очень интересно вообще положение макетов тоже, как его подашь тоже. Конечно же, вот эти дома выстроены, это вот именно не случайно абхазы так умели строить. То есть это каждый объект на своем месте. Потом, как они выбирали тоже место, то есть именно землю, да, вот до строительства этих домов. Были определенные места, вот считалось, вот счастливая земля или несчастливая земля, да, поэтому были очень много наблюдений, были старцы, которые понимали, как можно выбрать эти земли. Ну, есть вот один из таких простых наблюдений, когда лошади часто собираются в одном месте, считается, что тоже счастливая земля, это энергетика, потому что лошади умеют это, чувствуют. Да, тоже вот есть, когда как попадает свет, как солнце, да, попадает, далее как птицы, то есть ведут себя, или же можно искусственно тоже они умели делать, брали определенный камень, наливали сыворотку и оставляли на ночь. Если вот черные муравьи, только черные муравьи, когда собираются, тоже считается, что счастливая. Очень много примет, которые, в общем-то, можно выбрать землю. То есть тоже они умели это делать. Такие макеты потом станут историческими, они займут достойное место в постоянных фондах. По сей день очень многие абхазские дворы, вот наглядно видно по этому макету, что по сей день абхазы строят свои жилища, да, именно вот по, таким по образом. Типу, да, по типу вот этих домов. Ну, еще вот про макеты я хотела сказать, когда используются типажные макеты, вот как раз мы говорили об абхазских, о пасхе, да, вот как раз у нас типажные манекены, выполнил работу Кайтан Тимур. К сожалению, его сегодня нет с нами, по болезни он ушел. И как раз тоже работа очень интересная. Мы долго с нашим художником, с Бесиком Ласуре фотографировали, как будет эти манекены, то есть показаны в образе. Ну, первоначально там как раз-таки макет показан как сидячий мужчина пожилой, а женщина готовит мамалыгу, да, вот тоже вот такой макет. Инга, вот что у нас тут в Пасхе можно интересно? Ну вот уже вот именно в макете мы показали вот именно как жилище, да, Пасху, а здесь мы видим
очень интересно, как, ну, сегодня везде в Абхазии можно увидеть Пасху. Она не исчезла, никуда не делась. Наоборот, она усовершенствуется в виде кухни. Да, везде строится новый дом. Рядом обязательно строят Пасху. Ну и, конечно же, здесь, как я вам уже сказала, показано в разрезе. То есть вот именно длина вот этого 4 метра. 3 на 4 обычно делали вот Пасхи. Ну и интересное плетение, о котором мы с вами уже говорили. Здесь вот сзади, если посмотреть, это один из таких вариантов древних. То есть без никаких, внизу сплошная стена, внутри Пасхи. Просто плетение просто из рододендрона. А здесь вот впереди показана передняя часть, как раз такие столбы мы видим из каштана, балясики художественные, то есть такой вот резьба по дереву здесь мы видим. И, конечно же, плетение тоже очень интересно. Здесь разновидности сегодня, фактически новые детали, здесь тоже показано именно плетение. Ну и, конечно, убранство внутреннее тоже очень интересно, то, что здесь в основном вся утварь кухонная, собранная в Пасхе. И, конечно, даже если есть в доме пожилые раньше, да, вот даже в 70-х годов 20 века, вот именно излюбленное место пожилых людей оставалось вот именно Пасха, хотя строили новые дома тоже, да. И, конечно же, самое интересное – это сакральное место, которое есть, это очаг. Открытый очаг, она у нас везде используется для выпекания ритуальных пирогов, хлеба, разных видов, именно на открытом очаге. Помимо этого, надочажная цепь обязательно, она является тоже священной у абхазов. Очень много обрядов связано с этим, с надочажной цепью. И дальше делали проклятие надочажной цепью тоже. Бывали такие случаи, да, есть такие вещи, которые, в общем-то, надочажная цепь, она имеет большую силу, так они считают, вообще абхазы так считают. Ну и, конечно же, между братьями тоже делили, то есть вот именно надочажная цепь для продолжения, когда разделялись братья, брали частицу надочажной цепи, звенья вот этих цепи, то есть для начинания новой жизни тоже. Но они бывают разные. Вот здесь вот именно плетение, вот тоже висит надочажная цепь, я сейчас долго не буду вот именно об обрядах говорить. Здесь восьмеркообразная вот именно. Есть очень много форм, а вот именно восьмеобразные формы, это как раз-таки бесконечность, это продолжение жизни. Такие вот надочажные цепи обязательно вешали в доме, то есть в Пасхе. Тоже вот один из таких. Чтобы было интересно, конечно, было предложено нами сделать там типажные манекены. Как раз-таки очень интересно, когда мы часто работаем с художниками разными, и мы предложили в эту работу скульптору-художнику Кайтан Тимуру. И как раз он с удовольствием взялся за такую вот работу, и в мастерской у Батала Джопа они выполняли вот эту работу. Ну, по рисункам, конечно, нужно было создать, ему нужно было поставить, что нам нужно, да. И вот как раз-таки мы хотели, чтобы пожилая женщина была внутри Пасхи, а вот пожилой мужчина с соколом, да, хотели посадить именно на балкон, да. Но в связи с тем, что у нас балкон немножко узкий, и мне нам пришлось от этой идеи отказаться, и Тимур нам сделал салабаши, и посадили его вовнутрь. Ну, вот такие вот работы, которые шли с введения новых экспонатов в музейные экспозиции. Вообще 99% они все подлинники, а вот именно 1% мы делаем уже вспомогательные такие вот большие работы для того, чтобы было интересно смотреть и больше, потому что есть такие вот моменты, когда в фондах единственный экземпляр, да, мы не можем вывести его для показа. Да. Делаются копии для того, чтобы это можно было увидеть. Ну, такие вот элементы к экспозиции добавляем, интересные работы, и модули, и макеты, и реконструкции, которые у нас можно увидеть в экспозиции. Я, например, даже знаю, что в
коллекции Миллера настоящая Пасха в Питерском музее. Да, но в Питерском музее я была, но уже нету вот о Пасхе. Есть угол, где показана Ажира, то есть кузня. Вот, кстати, они очень раз, много раз Санкт-Петербургский музей предлагал сделать нам экспозицию, но никак мы не можем до этого дойти, это большие деньги. Просто. Ну вот по легенде Миллер вывез прям целую Пасху, насколько ему было это интересно, в те далекие времена он вывез просто вот в натуральном виде. Ну, я, например, в музее не видела. Вот я была, я его не видела. Ну, Рита нам рассказывала, что есть. Есть. Может быть, в разобранном виде. А вот в целом нет. Отсюда вывозили даже, когда строили этнографический музей в Тбилиси. То есть вывезли акваски, шикарную, которая сегодня, она там в этнографическом музее под открытым небом стоит. Вот, пожалуйста. Да, тоже вот такие. Конечно, такие макеты, они дают представление. Не каждый ваш посетитель может поехать в село и увидеть настоящую Пасху. Такая Пасха в виде макета или урезанная, или еще какая, совершенно неважно, она дает представление о настоящем жилище абхазам, в данном случае Пасхи, где абхазы вообще большую часть своего времени и проводили у очага своего. Я думаю, что сегодняшняя вот именно новая экспозиция, она очень интересна. Если помнят, мы в этнографический отдел очень был маленький, то есть в одном фактически маленьком зале на первом этаже она была представлена. И этнографические научные сотрудники не могли расширить свои вот именно тематику. А сегодня мы имеем возможность показать в целом очень много тем, по тем, и также новые макеты. Вот то, что я говорила, вот о Пасхе, все, что можем показать. Ну и большой интерес наших зрителей, которые, в общем-то, часто восхищаются нашими экспозициями, музейными, новыми экспозициями. И, конечно же, говорят о том, что сегодня в мире технологий, что мы от классики не отклонились, а наоборот, показываем такой классический музей. В архиве абхазского телевидения нам попадается хроника черно-белая, в которой четко видно, что все свои свадьбы и все другие какие-то праздники абхазы проводили в своих дворах. Не в залах, как мы сейчас это делаем, а именно в дворах. Инга, имело это место? Ну, не то, что имело место. Вообще двор является одним из самых центров, да, вот именно в усадьбе. Обычно уже женщины, вставая утром, уже начинали уборку этого двора, потому что двор – это как раз-таки гости сразу заходят не в дом, а во двор, да, поэтому они старались чисто убрать. И вот эта именно трава, как ковер, она была очень четко, даже сорняки убирали рукой, настолько они ухаживали за двором. И, конечно же, огромные вот такие территории, значит, использовали не только для семей, естественно, здесь проводились свадьбы. Ну, вообще считается, свадьба должна быть, значит, проходить в доме, в участке, то есть где они живут. Но сегодня в современном мире получается совершенно другое, меняется и процесс проведения свадьбы, к сожалению, делают ресторанные, то есть, а потом уже приходят домой. А вообще, по абхазским обычаям, конечно, нужно приглашать гостей домой. Ну, помимо этого, это рождение детей отмечали во дворе именно. Также похороны. Все события, связанные с семьей и с родом, конечно, этого являлся, конечно, двор. Помимо этого, вот здесь просто не показано, хочу добавить, вот беседки, которые сейчас мы делаем с виноградом, да, вот беседки. Это прототип, который делали раньше для свадьбы. То есть ставили длинные колышки, да, и сверху накрывали ветками. Вот это вот есть прототип наших сегодняшних беседок. Тоже один из таких, который перенесся со времени в настоящее, вот именно времени, которое показано в наших дворах, большие беседки тоже.
Время да. меняется, меняется материал, но сама но композиция остается. Сохраняется. И все вот даже этнографы, которые к нам, и гости, которые приходят, они отмечают, что хотя строят огромные дома, но вот именно расположение, конечно, вот они стараются сохранить. Но уже добавляется новшество, так скажем. Есть, вот если мы видим изгорождения, вот изгороди, да, разновидные, значит, с оберегом, вот тут лошадь головы, то есть тоже делали оберег, да, тоже. Но сегодня делают большие стены, то есть закрывают свои дворы. Ну, по абхазским обычаям вообще считается не принято закрывать дворы. Они должны быть на глазу, чтобы это было видно. То есть вот такие тоже какие-то элементы, новшества они добавляют. Спасибо большое.